Красные в атаке. А что там БК порезан? Ракет, по-моему, нет, да? Ну, на Т-55. Ну да, там обычные слабенькие. Без фугасов? Я уже не помню. Из уха с бронебойными у врага. Ну вот и да, дисбаланс. И нас меньше. Балансы бы. Гранаты мы закидаем. Кина на обходы. Тупо идем в триггер умирать. Не, нормально на обход через Северо-Восток. Угу. В прошлый раз да, ты тоже так говорил, в оконцовке тебя вынесли. Будешь опять на крыше лежать. Да, мне так еще понравилось. Зеленый это триггер, а коричневый Паша нарисовал просто так. И за это ему в прошлый раз уже предъявляли. Ты не оригинален. Висмут. Ау. Зачем ты кинул гранату в Башира и убежал? Да я помню, там Рома рассказывал, что там кто-то сидел на втором этаже. Я видел, там автомат валялся. Я думал, он уже мертвый. Спасибо. А дымы, которые там потом начали... Это я пытался себя задымить, а в итоге они летели через... Понятно. А я их не увидел потом. А он на каком этаже был? Должно было на мысли. А на каком этаже он был? На третьем, на втором? Между вторым и третьим. А на третьем? Трубу когда пускали, ты на третьем был? Он да. Между... Ну, да, между... Я был на третьем, на потом пустили две трубы, я сныкался там между да, этажами. Да, трассерами по тебе не попал? Нет, только ты трубы. Вообще не попадал. Понятно. Башир там сидел, кальян курил, пока фигня стреляли. Итак. О-о-о! У меня взрывчатка есть. Круто. Мы в броне, да? СКС? Нет. Атака. А? Паша, как определен свой чужой танк? Парад спрашивает, район, где он находится? Это в прошлый раз, когда он передо мной выехал, противника танк думал свой. Это что, такая маленькая карта? Ну, нормально. Тебе хватит, поверь. Плюс. Да я сдохну там много. В первых рядах, это да бьет. Сдохну, он между вторым и третьим этажем сядет и не сдохнет. Все могущественные стенки. Чего тебя на меня бомбит? Чего? Ничего. Там крапает 5-9, не знаю. Если будет. Синяя точка. На зушке своей. Кстати, кто там подо мной сидел? Мне просто интересно. Рома. Я. Лазил. Без ног. Я просто такой слышу, ты что-то там про меня говоришь, типа он меня слышит. Да, я говорю, я начал разговаривать, когда дали пуск. Сейчас с Чарли все понятно, как наступает. А как Альфа наступает? Не могут, по-моему. А нужно только запад захватить или... Вот, два зелёных. Два зелёных. Вижу, Паша не хотел расставиться нормально, теперь сиди Альфа и команду. Ха. Ха. А ты танкист, что ли? Угу. Танкист. Отошёл до туда. Хочешь позицию для танка хорошую? За триггером? Нет, не за триггером, на севере. На вон той высотке. Да, в прошлый раз я увидел одного талипа. Да. Который тебя и вынес. Нет, меня не вынесли, я живу. Это ж я к вам в мечеть заезжал потом. Не знаю, я тогда тоже за атаку был. Ну. Кочегар? О. Залипаешь? Я не залипаю. Метки рисуешь? Ну да. Отстаньте.
Можно было метку на краба дать в общий канал. Ну бы не обидел. Кто-то залип. Да, не залип. Рисую это. Рисую. Мы разделяемся, что ли, после? И мы врываемся туда сначала, выезжаем прямо на технике. Тогда, может быть, поехать по маршруту Чарли вдоль дороги и повернуть потом туда, на это направление. А у Альфа кончиковый будет? Чем, нет, это для пих. Чем делать такой крюк через дома вот эти вот? По крайней мере, можно по дороге сделать. Можно по дороге. Чтобы нас не было видно, там плотность застройки более-менее. Нормально. Не выезжать на переднюю линию домов. Паша, у вас будет КВ? К черту КВ? Кричать будем. Будем на ДВшке разговаривать. СКС с первой убивает? Нет. Наивный. В голову убивает. Значит, буду по ногам стрелять. По коленям. Так, и мы высаживаемся, наверное, заранее же. Бузман, ну, у тебя такое не получится, как надо. Да, у меня как у Шульмана не получится. В бэхе не будете юзать, да? Ох, у меня опять загорят, как в прошлый раз. В прошлый раз не горели. Так, я помню, ты тычку такую хорошую получил в лицо. Нет, а у нас транспорта другого нет, придется бэхе юзать. А ноги? Хотя бы одного человека оставлять в БМП, чтобы никто не захватил. Он горел. Ну, хотя бы так. Доехать до места высадки, высадиться, быстро сдвинуться в направлении зеленого квадрата и дальше. Ну все, мы готовы. Самолет, наверное, бомбить зеленую зону. Пару бомб в мечети. Главное, раньше времени к ним не подходите, и вас забомблю. Да я думаю, мы залипнем. И вы это, там, вы кричите, если пуск будет. Я не знаю, у меня есть сигнал. Ты на, по меткам смотри, будем примерно на местоположение. Кинь, не, что за метки ставишь? Мы воюем только в эти квадраты. Все, двигайтесь на Люгозов. Уходите из этого района, сюда сейчас пехота будет стрелять. Не знаю.
Вы мечать визуально уже можете видеть. Господа? Ланга Короче, кто тебе свои гранаты закидал? Я ищу сейчас. Блин, сюда врали нахуй. Где-то 100 дните на зуб. Что, ты прям летели, не? Да. Заступили. Сметана, скорее всего, закидал. Я пойду себе пельмешки твои. Че-че-че? По-моему, у кого-то активация голосом стояла. Че там, пехота под талон наша шарится? А, Рома с Донта. А вы что-то где-то там не знаю. Хорош, что-то вообще не понял, куда смотреть, что. А мы что-то. Мы с Ромой что-то чуть-чуть я смотрю. Да, я это чувствую. Ну ничего, мы компас рейд, по-моему, сняли. Успели снять. О! Все, Рома тоже готов к гранаты отлетел. А че, я чуть не понял. Не, спереди ты нас будешь. Я что-то собираюсь. Нам бы на крыше. Троих вроде сняли. А скриптом закидывали гранаты тут нету, да, Паш? Uh-huh. Жаль, надо прикрутить это. По красоте бы все было. Танк наш взорвали, да, я так понимаю? Как он откуда вылез-то вообще? Не знаю. А кто тебя разложил? Да и понятия не имею, в упор, но звуков не было. Обе. Что за доник там делают? Вообще ничего не делают, просто катаются. Блин. Ну вот сейчас с этих Purple сэмплов в настройках звука сколько стоит? Потому что я снимал, а там может не услышать. 32, по-моему. Больше поставь. Вот и АБ в тылах нашел смерть. Не, мы там красиво все отделение потеряли, там возле АВ. А как он выжил? Он упал с пулемета, ему лег отдыхать.
А пилота не заняли, что будет? Да, пилота не заняли, кайф. То есть самолет не будет, да? Да, самолет не будет. Класс. Но это не микс, а пилота звена. Так был уже один пилот. Вылетел, походу. Ты небо взял, у меня никаких ходов у меня здесь. Даже дверь закрыта, как он вообще поднялся туда? Короче, что еще раз пилота беру. Неизвестно. С другой крыши, что ли, прыгнул? Нет. Если так только, но все равно его слышать должен был какого-то шага. Да, спалить Астоника, спалить. Я на ДВ сидел, никто на ДВ не видел. Почему я был? А. Меня не было слышно? Нет, я тебя не слышал. Опа. Что это было? Я снял. Я не знаю, что тебя снял, но человек на это слышится. Самолет. Это, наверное, танк ехал на него, поэтому заглушил его. Ходил. Смотри, РПшник лежит на крыше слева там. Это свой танк. Это свой танк. Хорош. А там... Кому нужны твои метки, укрой? Нет, самолеты летают. Да, но мне нужно. Боже, как бот показывается. А, ну кто тут под фон зашел? Вылетел, вылетел. Попали нас. Мы попали. Хорошо, едешь, отжимаешь. Да, блин, никакую, блин, связь ни с кем. Все, блин, никто не отвечает ни одной метки. А потому что мы все сгорели. Ты в курсе? У вас с самого начала особо ничего не было. И со второй группы ничего не было. Все было, план был. Не видел, что ли? Стоник, сказал бы на воде. Мы поехали к воде. Что, понравилось? Так нет, сначала надо было к воде ехать. Нахуй ты в город приперся, блядь. Там позиция четкая для танка. Ты что-нибудь предлагал мне? Я вот связался с Альфой, у них проблемы, я пошел им помогать. Если тебе надо было на воду с самого начала, ты мне не сказал, мы туда поехали. Ты же, блин, сидишь, молчишь, что делать, что делать? А теперь вдруг ты гениальный, блин, этот полководец, который знал, всё, куда... Сейчас самолет раскатается. Кого он там раскатает? Всех. Че нас, кстати, бахнет? Своих тоже, да? Да не раскатает он никого. Откуда? Приехал, блядь, там. Я просто танка не вижу. Танк вообще где-то далеко. Кто нас снял? РПГшник снял. Кто нас снял? РПГшник. Блядь, я же видел, он летал. Он у вас... Два РПГшника было, один на крыше, и другой где-то еще. Короче, что ты скинул, пойди. Люди, прикиньте, повернулся такой, осмотреться. Смотрю, парень сзади меня стоит, просто не торопится меня убивать. Постоял надо мной, я повернулся, он прям сзади меня стоит, взял и стрелял.
О, даже одного убил. У пехоты началось состояние. Застой, наверное, ты хотел сказать. Угу. Че, как ситуация? Все прекрасно. Самолет летит. Мы побеждаем. Скоро будет бомбить. Да что, а самолет забор, да, что ли? Нет. Перезашел человек. Не, высоковато ли он летит? Шо ему? Минус самолет. Иду. Не. Шо ему только ранил, по-моему, себя. Или нет? А вторая у кого-то бы? Нихрена себе. Рик дает. Двоих уложил. Одного своего, да? Нет. Двоечники разве не запрятали? Ну, они по разным сторонам. Я за нормальную сторону. Блин, мы с Романом ушли. Его нормально отработал, он просто быстрее чинил себе. Что я не вижу, у кого еще из этого? А. Одну они уже израсходовали. А там что-то что ли сделали? Они там уничтожили? Нет. Когда? Я там уничтожил. Хорошо, что сдал. А у нас вся бронетехника сдохла вся. Ну, кроме самолетика. Да. Почему при снижении камеры дрыгается, Олег? Ну, лага. Ух ты, как вон заинтересно сел, а за машиной труп поехал. В смысле? Ты вон сел, движение начал, за ним труп едет. А, ну. Который сзади по курсу. Ну, да, тут надо понять. Представим, что это... Вам идет. Во что там против? Хорошо. Кинул. Своих. Кого? По-моему, никого. Ну рядом. Ну да, это вам не прайс. Рига убил. Руби? Рига. Рига. Рик, это всем бомбу? Да, да. Зато точно. Чё, сбили? Ну тут немного соседнего найдем. Херня. Нет четкого командования. Вот. Да никакого командования не было вообще. Естественно, командир БМВ сгорел сразу. Главное быстрее миску запустить. Что, сидим, вольтируемся, кто там. Сейчас кого-то убивают, по-моему, из красных. А
что, Крайс не видит там, что чувак за этим бежит у него? Вон за что ли, Сэм? Про которого? Следующая порция. Блин, этот Сайлент у нас стреляет. Что вообще помню, что за зоны? Ладно. Угу. Зато автобус сгорел. Че тут тут, ребята, в вышку нельзя залезть, я не знаю, забаговал или что? Я и так и всяк пробовал свой раз. Тоже забаговал. Нет, нет, нет. Нормально там самолет стреляет, не мог быть. Че, накрыл кого-то? Нет. Забыли. Он просто по площадям работает? Да. Так опять же никаких у него нету этих меток. Да. Даже когда с нами нет, да? Не, ну рядом с танком. Пульман там, наверное, уже напрягся. Так, ну Шульман там вест. Там они вместе. Из танка сбиться, наверное. О, и там, оказывается, обе на крыше. Я по нему, кстати, отработал. Очень идет. Райс кого-то уже нашел. Ой, винтовочку я даже нашел. Сейчас прайс понимаю. Там прикол не понимает. Ни хрена себе. Блин. Капец. Сейчас он сольют. Да ни хрена не сольют. Он прям бежит на... Бежит, бежит, бежит. Это последний раз. Смотри, что ты гранус один? Нет, вот так. Мочилось. Один из последних выживших. Танк. Штанка стреляет. Да, по танку стреляет. Че у него там сидит целое два человека вокруг него сейчас. На прицел. Сама они не видят друг друга. Ну слышишь. Слышишь, слышишь, его слышишь. Все, прайс труп.